Итак, пришло время для финального босса 8 акта. Точнее, двойной босс. Лунарис Солярис. Достаточно опасный, кстати. Портал надо открыть сразу. Они реально опасные, особенно для РФ, для ближнего боя. Вот этот огонь очень сильно пробивает. Плюс урон хаоса тут есть. Такой приличный босс. Не слабый, скажем. Не слабый босс. Ну, я дамажу тоже, в принципе. РФ мой любимый билд, как все знают. Да, нормально она бьет. Опа-на. 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 Вот это дропчик. Вот это дропчик. Нормально. Нормально. Сколько там экзальт стоит или сколько? Это мне нравится. Вот это мне нравится. Слушай, неплохой ролик получился. Кстати, я ссылку на стрим свой оставлю на Twitch под видео, если не забуду. А я не забуду, наверное.